набрали высоту. Приятного аппетита. На линии 6. А Чебаркульского не было? Увы. Садимся в Чебаркуле. В ожидании по-настоящему вкусного. Чебаркульская птица. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Спонсор прогноза погоды – Чебаркульская птица. Всегда натуральная продукция птицефабрики сделает ваши будни вкусными, а праздники – незабываемыми. Чебаркульская птица. С нами вкусно в любую погоду. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на среду уходящий циклон кое-где сможет оставить о себе напоминание в виде локальных дождей. А вот уже днем инициатива в атмосфере над Зауралем перейдет к погожему антициклону, северные ветры которого принесут полярную свежесть. В Тюмени плюс 18-20, в Челябинске и Екатеринбурге плюс 21-23, без осадков. В Кургане ночью облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 10-12. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер по-прежнему будет северный 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 20-22. Атмосферное давление будет расти. 4 июня солнечная активность и геомагнитное поле спокойны. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!